вижу. 01, я стой, готов. Отворачиваю вправо, 10 градусов, время гасим. 03, тоже готовы, двумя, заворачиваю вправо, 10. 03, готов, двумя. Я на отрыве жду вас, встаю. 01, занимай генеральный, 244. Да, у вас работает. Отной сработал. Третий, отной сработал. Скорость добавил? Добавить по технике. 01, 620 поставил, больше не можем. Хорошо. 22 сработал. Сработали, можно сразу тогда на выход, потом на выход. Хорошо, 3 минуты. Не надо, мы же впереди идем. 21, готов к развороту. Отчет. А ты с земли наблюдал работу? 21, наблюдал. В угол 048. 048. Группа эшелоны 230, 235, 240. Рубеж 140. Контрольный подход условия. Подработала штатно. Условия записаны. Курс посадки 336. Давление 744,1. Эшелон перехода 4.0. Группа отработала штатно. Где по одной? Первый, дальняя заточка 130, подход условия, твои контрольные. Записал курс посадки 336, 744.2, 040, приказать 70 под вашим управлением. 046, 047. 046, 040, 22, 050, 23, 040. Принял, господин. Третий принял. Добрый. 53, 482. 382, киоск. Пока не отвечает, под вашим управлением выполнен. Киоск 53-482. Доброе утро, 482. 1001, прошу. 53-482, связь по направлению установил, да, обратно. 53-482, вас понял, подтвердили. Киоск 53-422, доброе утро. Киоск 53-482. 53-422. Вход в зону просят. Сейчас слышу вас хорошо, до ленточки 5 километров. Ток 422, связь по направлению установил, до обратного. Пока одна. Сейчас посмотрим. Киоск 482, на задание расход. Киоск 422, отвечаю. Пока единичка на повторный. Киоск 482, отвес 11 занял. Виток 53-482. 382, вас виток запрошу. А пока не принимаем. А виток 482. Виток, переходите под виток, он вас наблюдает. Господи. 82, связь по направлению установил. Спасибо. 422, сработал по обратному. 11-0. Виток, виток 53-482. 422. Принял, спасибо. Киоск 53-422, по направлению связь имею. Спасибо за управление. 260, дальность 115. Ток 95779. Работа закончила, дошел по обратному 10,5. Будем вставать справа 10 километров. Второй. Прибор 580. Нет, второй. В порядке все. Вечер, я крыша над вами на 9400. Будем для информации на вашем канале. Крыша, я первый вас понял. 8-100, 8-250, 8-400, 8-550. Понял, мы 9-400, 9-100. Вас понял. По второму в норме. Принял, первый второму. Светил. На 20 секунд раньше идем. На минимале держим. Свечевую скорость за 650. Ты первый, второй отработали вам тактически. Принял. Крыша, я первый. Отвечаю, первый. Группа закончила работу. Конец работы, до свидания, курс точка. Понял, счастливого полета, мягкой посадки. Спасибо за совместную работу. Вам так. Спасибо. Угол 048. 570, удаление до точки 100, эшелон 8-100. Подход условия. 336, погода простая. С рубежа 70, под ваше управление. Группа приняли условия? Четвертый принял. Третий принял. Второй принял. 87 дальность. Подходим к поворотному выходу Республики Беларусь. Разворот будет вправо на курс 85 градусов. Подгони три автобуса на Городецкого. Сними сотню, разведи. И сотню посади в автобус и пусть отдыхают для смены. Городецкий, жизненный институт. Техника твоя где? На Лютеранской. Я ж говорю, блядь, три коробочки на Городецкого спусти, блядь. И выведи сотню в них туда, разведи, чтобы отдыхали.
Разрешите поставить на институтское возле своего особого склада коробочки. Где ты тут поставишь их? Сейчас тут телевидение и все остальное будет. Где ты на институтское поставишь автобусы, бля? За пешеходный переход, за пешеходное мосто там есть место. Ну ставь, ставь. Диктат 01, Гринвич 07. На приеме. Ваш участок со стороны Крещатика, так? Так. Подгоните тоже три коробочки на Городецкого. Разведите и 100 человек тоже выведите в резерв для отдыха. Принял. Прометей 07, Прометей 07, Гринвич 07. На звездку, Прометей 07. У тебя сколько стоит? Сия. Сколько? 235. То же самое, на Городецкого подгони 3-4 коробочки, 100 человек выведи в резерв. Я принял. Ризвит 70, 13-71, прием. На звездку. Три коробочки с Лютеранской на Институтскую. Один. И 100 человек в резерв. Я принял. Ты с моим 09-м знался? Так, доповью. Это, блин, тебе не лист говорит сейчас, понял или нет? Я тут сейчас даже сейчас стою на
штуками, в меня тут сейчас даже стреляют, блядь. Слава Украине. Еще раз, что ты сказал, блядь? Ты кто такой, блядь, Вася? Ну ты же не такой Вася, как ты, понял или нет? Запаса между собой. Успокойтесь. Мы все делаем одно дело. Поэтому ссориться между собой просто не стоит. Завтра будем с этой хуйней разбираться. Точка 2 плюс. Да просто что делать сегодня? Я могу больше постоять, понимаешь? Плюс. Это изменится. Ты что хочешь мне сказать, что я что-то могу понять или не понять? Около линии России 193, разрешите завтра. Россия 193. Минутку, будьте на приеме, сейчас подскажу. Это нет, Россия 193. А по укрулине Газпром 96-34, еще раз добрый день. Газпром 96-34, прослушайте информацию КВБК, запуск крыши. Информация КВБК. Ну что, я поднимаю подарок, ребята? Россия 193, прослушайте информацию КВБК, запуск крыши. КВБК принял запуск крыши, Россия 193.